Приветствую вас, дорогие мои зрители передачи Ретромания. Поскольку в опросе из моей группы ВКонтакте вы отдали свое предпочтение первой игре такой знаковой ролевой серии, как Fallout, то сегодня мы с моим старым другом Мартином поведаем вам именно о ней. Однако, поскольку об этой жемчужине игровой индустрии за последние десятилетия уже было рассказано все, что только можно, и даже более того, то сегодняшний обзор в большей степени окажется посвящен воспоминаниям, связанным непосредственно со знакомством, а также немалый акцент будет сделан на первых впечатлениях и ощущениях, полученных непосредственно в процессе прохождения данной игры. Так что, если по какой-то нелепой причине вам не очень интересен чей-то старческий бубнеж о делах давно минувших дней, то непонятно, что вы вообще тут забыли. Те же немногие из вас, кому подобное по нраву, возможно, найдут здесь пищу для ума. Итак, пристегните ремни, ибо мы начинаем. War. War never changes. War has changed. Некоторые вещи никогда не меняются. Например, у подавляющего большинства людей, хоть раз в своей жизни слышавших эту фразу, крепка уверенность в том, что данное сомнительное утверждение является истинным. Хотя по факту это всего лишь одно из мнений, которое не так уж и сложно оспорить. Об этом просто необходимо сказать, ибо если не сейчас, то когда? Другой подобный повод еще не скоро может представиться, а потому не вижу причин, чтобы не высказаться относительно данного скользкого вопроса прямо сейчас. Вы не поверите, сколько людей принимают это на веру. Звучит как правда, вот и верят. Я ведь сказал, дурить людям голову весело. Советую попробовать. Тем не менее, сие изречение настолько засело в умах и сердцах простых игроков, что теперь ассоциируется исключительно с миром выжженной пустоши. А потому-то и присутствует в вступительных роликах почти всех игр серии, и по сути уже давно стало ее визитной карточкой. А натурально, как писал в свое время Владимир Владимирович Маяковский. Мы говорим «Ленин», подразумеваем партию. Мы говорим «Партия», подразумеваем «Ленин». Так же и тут народ не даст соврать. Между тем, самый первый Fallout, которому еще только предстояло покорить сердца и ума граждан, грезящих эстетикой ядерного постапокалипсиса, появился на полках американских магазинов 30 сентября 1997 года и был разработан внутренним подразделением компании Interplay Entertainment под названием Black Ice Studios. Сама игра представляла из себя пошаговое RPG в постапокалиптическом сеттинге мира, пережившем ядерную войну. Кстати, сам термин Fallout означает выпадение радиоактивных осадков. Вот только назывался он изначально должен был отнюдь не Fallout, а вполне себе даже Westland 2. Можете себе такое представить. А разгадка одна. Продюсером игры был легендарный Брайан Фарго, который и создал оригинальный Westland аж в 1988 году. Игра не менее легендарная, чем Fallout, но к тому времени, к сожалению, всеми забытая. Обе эти игры схожи тем, что является RPG в мире, пережившем ядерную войну. Так что Fallout является как бы своеобразным переосмыслением Вестленда. Стоит ли говорить, что несмотря на плохие продажи, игра стала культовой по всему миру, как это обычно бывало, со всеми играми, которым прикладывал свою руку знаменитый геймдизайнер Леонард Боярский, на счету которого, кроме первых двух игр серии Fallout, такие шедевры, как Arcanum of Steamwork and Magic Obscura, Vampire the Masquerade Bloodlines, а также участие в создании игры Diablo 3. Ну, а теперь хватит сухих всем известных фактов и перейдем непосредственно к моему знакомству с игрой. Страдая мне времена, когда я еще учился в школе, у меня был одноклассник по имени Артем. Мы с ним постоянно любили разные игры обсуждать. И вот как-то раз он мне рассказал о целой серии игр под названием Fallout. А напомню, что в тот момент было две части игры и подделка от других разработчиков под названием Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Также готовилась к выходу еще одна игра Fallout Brotherhood of Steel на Xbox Original и PlayStation 2. Но про нее
мы узнали гораздо позже. Так вот, рассказал мне Тёма, что была такая нереально крутая игра Fallout, в которой можно было делать все, что душе угодно, ну или почти все. А также необычный сеттинг в мире, пережившем ядерную войну, а не очередная фэнтезия, являющаяся стандартным сеттингом 90% RPG того времени. И самое главное, мой доисторический компьютер ее бы потянул. Теперь стоит сделать оговорку, что у нас первая и вторая часть этой игры в те годы выходила только на пиратских дисках от небезызвестной компании Fargus под названием «Возрождение», которая, надо признаться, отражала суть игры. И хотя на распродажах я уже натыкался на эти диски, по скриншотам и описаниям я не горел желанием покупать эти игры. И вот, наслушавшихся Тёминых рассказов о крутости этих игр, я решил купить первую и вторую часть данной игры. И каково же было мое удивление, когда я пришел в ларек с дисками, и продавец на вопрос «А Fallout у вас есть?» показал мне именно фаргосовскую версию под названием «Возрождение». Тем более на мои расспросы об игре продавец просто пел дифирамбы этой серии, говоря, что это чуть ли не одна из лучших RPG в истории. И вот, придя домой и установив игру, я был просто в ужасе. Меня дико испугала графика, это при условии того, что графика в играх для меня не важна. Я долго не мог отличить людей от мутантов, не понимал, что и как делать, куда идти, куда ползти. А пошаговая система боя сбивала меня с толку. Справедливости ради стоит отметить, что это было мое первое знакомство с RPG, где была реализована подобная система. Ведь все RPG, в которых я тогда играл, бои происходили в реальном времени. И, честно говоря, в момент первой игры я умудрился проиграть, из-за чего Тёма очень недоумевал, а как так вышло? Однако я не сдавался и продолжал играть в эту игру. Постепенно игра затягивала своей атмосферой, сюжетом, свободой действия, множествами вариаций и комбинациями прохождения одного и того же квеста. Особенно хорошо у игры вышла музыка, написанная композитором Марком Морганом. Но о музыкальном сопровождении мы поговорим немного позже. Мне понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к игровой механике, и еще больше, чтобы ее пройти. Стоит отметить, что в те годы интернета у меня не было, и приходилось думать своей головой при прохождении игры и искренне радоваться, когда мне удавалось решить какой-нибудь игровой квест каким-нибудь изощренным, сложным, но вместе с тем мирным способом. Ну а теперь настало время поговорить о сюжете. Вкратце, события выглядели так. К 2077 году на Земле почти истощились запасы полезных ископаемых, из-за чего вспыхнула Третья мировая война за контроль остатков этих ресурсов, что и положило конец цивилизации после взаимных массированных ядерных ударов 23 октября 2077 года между США и Китаем. Как результат, большинство населения Земли погибло, а те немногие, что выжили, ютились в специальных убежищах, бункерах для защиты людей во время ядерной войны, вмещающих себя по 1000 человек каждый. Действие игры начинается в 2161 году, через 84 года после окончания войны. В убежище номер 13 внезапно ломается чип по очистке воды. И смотритель убежища просит нас, в лице главного героя, отправиться на поверхность пустоши, некогда бывшей Калифорнии. На все про все нам дается 150 дней. В поисках водяного чипа главный герой познакомится с местной мутирующей флорой и фауной, а также с постапокалиптической цивилизацией, ибо выжившие остатки человечества отстроили новые города и поселения. А в своих поисках главный герой наткнется еще и на армию супермутантов, которые хотят захватить и поработить остатки Соединенных Штатов. Ну а теперь поговорим о геймплее. Сначала игра предлагает нам создать персонажа, при этом можно взять одного из трех готовых или их переделать. Специально для игры была разработана система под названием Special, называемая так по первым буквам основных характеристик персонажа, типа силы, восприятия, выносливости, харизмы, интеллекта, ловкости и удачи. Каждый из параметров может иметь значение от 1 до 10. При этом по ходу игры основные параметры можно улучшить путем хирургического вмешательства, одевания брони. Так, например, одевание силовой брони Т-51B может увеличить силу до 10 единиц, то есть максимального параметра, или употребление определенных препаратов.
хотя это имеет временный эффект с возможными осложнениями. Помимо 7 основных характеристик существуют производные характеристики, вычисляемые на основе 7 основных. Это сопротивляемость различным типам урона, яду, радиации, привыкаемость к препаратам и тому подобное. Навыки отражают вероятность персонажа успешно выполнить какую-либо задачу, например, ремонт или кражу. Отображаются в процентах, хотя могут превышать отметку в 100. В начале навыки определяются по формулам, зависящим от начальных характеристик, но впоследствии могут быть повышены очками навыков, получаемых при получении персонажем нового уровня. При создании персонажа также выбираются 3 так называемых основных навыка, которые растут в 2 раза быстрее. Перки являются специальными возможностями, позволяющими игроку получить какую-нибудь способность, например, большую точность при стрельбе и так далее. Перки выбираются при каждом 3-м или 4-м повышении уровня персонажа. В дополнение к перкам при создании персонажа игрок может выбрать 2 способности. Также персонаж имеет определенный статус, отражающийся в состоянии его здоровья: отравлен, облучен, сломана рука или нога, выбит глаз и так далее. Стоит также заметить, что параметр ловкости определяет максимальное число возможных ходов во время боя. Во время странствий по пустоши игрок мог найти напарников, которых было всего 4 штуки. 3 человека – Ян, Тихои и Катя, и одна собака по кличке Псина, что являлось отсылкой к серии фильмов «Безумный Макс», которыми разработчики очень вдохновлялись. Стоит отметить, что поведение напарников в первой части игры было, мягко говоря, несовершенным, и польза от них была только на первых этапах. А система взаимодействия и управления была очень недоделанной. Благо, разработчики это более-менее исправили во второй части. Лично для меня проще было проходить игру в одиночку, чем с ними. Да и вообще, обе первых части были богаты на разного рода глюки и баги, которые полностью не лечились даже официальными патчами. В том числе и один второстепенный квест, являющийся непроходимым из-за того, что разработчики забыли вырезать персонажа, который нам его дает, но вырезали всех остальных персонажей, с которыми связаны его дальнейшие решения. К счастью, у Fallout очень большое и сильное комьюнити, которое понаделало кучу патчей, устраняющих большую часть недочетов. Ну и, как говорилось ранее, отличало Fallout от всего того, что я играл до него, кроме необычного сеттинга, реальная свобода действий. После выполнения первого основного квеста по нахождению водяного чипа можно было делать все, что нашей душе угодно. Хотя в игре было всего 10 локаций, на которых все действия разворачивалось, притом 2 из них были необитаемы. Так что в первой части мир был достаточно скуден, особенно по сегодняшним меркам. Но это нисколечко не портило ощущение от игры. Стоит упомянуть, что в игре было очень много текста, что-то в районе 1 мегабайта, что делало ее по тем временам очень насыщенной в плане диалогов. А самым выдающимся ее достижением была возможность грабить или не грабить караваны, при том в прямом смысле караваны, ибо все грузы на себе везли двуголовые коровы-мутанты под названием брамины. Но разработчики пошли дальше и дали нам возможность наниматься в эти самые караваны в качестве охранника и защищать их ото всех, кто попытается их грабить. Хотя концовка у игры была фактически одна, была, правда, еще и секретная, о которой мало кто знает, но вот путь до финала мог быть абсолютно разный и зависел от выбора и предпочтений игрока, что тоже выгодно отличало Fallout от конкурентов. Вот интересная история была у игры в России. Сначала были просто английские версии игры, потом появилась локализация от Фаргуса, которая хоть и была переведена, пускай и более-менее добротно для любительского перевода, содержала одно жирное «но». В игре были так называемые «говорящие головы» — специальные персонажи, при диалоге с которым мы могли видеть их лица и более того слушать их речь. Так вот, в фаргусовской версии большинство этих персонажей не были озвучены. При этом Фаргус оправдывался, мол, файлы русской озвучки весят гораздо больше оригинальной английской, и из-за этого мы на 650 мегабайт пространства диска не смогли все уместить, что выглядит крайне нелепо. А еще в фаргусовской версии был глюк. При попытке активировать компьютер на военной базе игра вылетала.
Правда, к чести Фаргуса стоит отметить, что на их официальном сайте был патч, устраняющий это недоразумение. Но в те годы интернета у меня не было, и я играл как мог. Как ни странно, через 10 лет после выхода, по непонятным науке причинам, 1С издает официальную локализацию первой части игры. К слову, в 2006 году они выпускали вторую часть и Fallout Tactics. Вот тут-то, наконец-то, все было нормально. Озвучены все говорящие головы, притом нормальными актерами вроде Елены Соловьевой или Дмитрия Полонского. Игра работала нормально, но были и свои недостатки. Надо было полностью устанавливать игру с диска, в то время как оригинальной версии или фаргусовскую можно было сделать частичную установку. А также вырезали поддержку DOS. Да, первую часть Fallout можно было поставить и запускать через DOS. Ну а теперь поговорим о музыке. Почти всю музыку к игре написал композитор Марк Морган. Написал он поистине шикарный саундтрек, отображающий состояние мира, пережившего ядерную войну. Мрачный, индустриальный, но все же мелодичный амбиент, очень сильно помогающий создать нужную атмосферу и настроить на нужный лад. По старой традиции я вам поставлю несколько композиций из игры.
Ну, и что же я могу сказать в заключение? Перед нами действительно интересная игра в своем жанре, с поистине безграничными возможностями, открытым миром, колоритными персонажами и интересной историей, приправленной американским ретро-футуризмом 50-х, со множеством интересных задумок. Однако, неопытного геймера игра может отпугнуть своей графикой и замороченной системой управления, к которой надо привыкать. Если вы сможете это осилить, то вас ждет незабываемое приключение и очень интересный опыт. Ну а с вами были Барин и Мартин Зимов. До новых встреч! На дороге снег заносит трубы, сдохли под обоями клопы, ой, догорая, крыса скалит зубы, так и не добравшись до крупы. Мы сидим в заваленном сарае, есть у нас два ящика вина, ах, и натыкает растакай. Все сгорело, книги и картины, детсады, больницы, психдома, вины сгорели, магазины, развалилась прочная тюрьма, а все одно сидим себе бухаем, есть еще два ящика вина. Ах, она такая, раз такая, ядерная зимушка зима. Отсадимся тут, покуда хватит, и пойдем по городу искать. Я уверен, мы найдем собратьев, не одни мы любим выпивать. Хочется, но мы не унываем, мы еще отыщем закрома. Ах, она такая, да раз такая, ядерная зимушка зима. Сдохнем все, но мы не унываем, есть еще два ящика.